Всем привет, друзья! Еще одна посылка из Китая. Открываем. Так, а это, друзья, у нас релюшка. Есть у меня пушка тепловая фирмы Кротон. Сборка российская, но, видимо, из китайских запчастей. И там навернулась вот такая релюшка. В принципе, все работает, но только я не могу настроить температуру. Так, сейчас. Вот, вот такая релюшка сломалась, перезаказал ее. Считайте, к слову, о том, что, господа, не спешите выбрасывать сломанную технику. Возможно, причиной поломки стала какая-нибудь мелочь за 70 рублей. Вот эта релюшка стоит 70 рублей. Я ее поставлю, и все будет дальше у меня прекрасно работать. Что-то сломалось у меня она вот здесь, вот где видите, проволочка прогнутая. На моей, получается, старой. Эта проволочка, она, ну, плохо стала контачить, контакт пропал, ну и, собственно говоря, прекратилось. Все прекратилось на этом. Так что вот такие дела. Ну, наверное, обзор добавлю по замене. Выложу ссылку на этот обзор ниже в описании. Ну и ссылку на товар тоже в описании, пожалуйста. Забирайте. Прям по ссылке можете заказывать. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.